Здравствуйте! Сегодня я выставляю в продажу кассетную деку от компании GVC, модель TDX-501. Данная дека начала выпускаться в 1986 году, имеет две головки, головка записи воспроизведения износостойкого синдастового сплава, три мотора, функция автореверса, фирменная система команд управления GVC Shift Control, включающие в себя такие функции, как Music Scan, поиск композиций по паузам, Rev Autoplay, автоматическое включение воспроизведения после обратной перемотки, Index Scan, проигрывание начала всех композиций на кассете, Blank Search, поиск конца последнего записанного фрагмента и Blank Skip, автоматическое проматывание незаписанных участков кассеты. Дека имеет очень красивый двухцветный 15-сегментный индикатор уровня, и фирменный дисплей GVC, показывающий, каким был максимальный уровень за определенный промежуток времени. Очень удобная функция для определения оптимального уровня записи и оценки его падения при последующем воспроизведении. У деки помимо разъемов типа тюльпан имеется пятиштырьковый DIN-разъем, к которому можно подключать советскую радиоаппаратуру без переходников. Давайте теперь произведем запись на кассету и далее эту запись прослушаем. There's only need, I love your need, so much I'm losing me. I cannot see the reason for the pain. With hungry joy, I
достаточно. Теперь мы с вами можем посмотреть, какой же был максимальный уровень при нашей записи. Добивало до 4 дБ. Сейчас мы его обнулим и воспользуемся функцией поиска по паузам, перемотаем на начало данной композиции. После того, как мы ее воспроизведем, мы опять с вами посмотрим, какой же был максимальный уровень.
Сейчас мы с вами выведем показания, какие же были максимальный уровень при воспроизведении. Плюс 2 дБ. То бишь произошло падение на минус 2 дБ, что для деки и кассеты, которым более 35 лет, очень хороший результат. На этом у меня все. Спасибо за внимание.